Скоро наступит лето, время отпусков. Владельцы стройных принтеров начинают задаваться вопросом. Что делать со своим устройством? Не нужно отменять отпуск или просить ваших друзей и знакомых заходить к вам в гости для печати фото. Есть простое решение – консервация печатающей головки. Оказать профессиональную помощь вам могут специалисты из сервисных центров. Но если у вас нет такой возможности, в этом видео мы подскажем вам, как не потерять печатающее устройство. Выключите принтер. Отведите каретку в крайнее левое положение, и вы увидите справа парковку печатающей головки. Туда необходимо налить один кубик промывочной жидкости. Далее заведите каретку на парковку до упора. Важно! Не включайте МФУ, чтобы промывка не ушла во время старта. В таком положении печатающая головка может не засыхать больше 2 недель. Если у вас широкоформатная МФУ, промывочной жидкости понадобится больше. Если же вы планируете более длительные паузы в работе, то без консервации печатающей головки не обойтись. За этой услугой обращайтесь в сервисные центры. После того, как вы вернетесь из отпуска, нужно включить печатающее устройство. Сделать подряд 2-3 прочистки и можно работать. Приятного отпуска!